Отопительный сезон в Правобережном округе может быть сорван. Об этом на заключительном так называемом штабе по теплу заявили представители компании БЭК. Она обеспечивает теплом ряд домов гидростроителя, которые не отапливаются из источников Иркутскэнерго. По словам тепловиков, виной всему отсутствие областных денег, которые регион должен был перечислить компании в счет погашения разницы цен между потребителями. Речь идет о десятках миллионов рублей. Предполагалось, что деньги потратят на ремонт оборудования, но пока он выполнен только на 18%. Сейчас из существующих котельных агрегатов наших, то есть из трех подогреваемых, один в полностью разобранном состоянии, один в полуаварийном состоянии, из паровых котлов двух работающих, один находится также в аварийном состоянии, на что не закуплены материалы, то есть ремонты не начинались, и когда они начнутся, даже при поступлении этих средств, то есть большим опозданием, где-то через месяц только мы сможем подготовить в лучшем случае срочные поставки материалов. Войти в отопительный сезон, по словам главного инженера БЭКа, можно, однако неисправности чреваты авариями и, как следствие, прекращением подачи тепла зимой. Выход из сложившейся ситуации на совещании не обозначили. Местные власти не влияют на перечисление средств компании БЭК из областного бюджета. В остальном город к отопительному сезону практически готов. Напомним, батареи в квартирах братчан станут горячими, когда среднесуточная температура в Братске в течение нескольких дней не будет превышать плюс 8 градусов.